Мы начинаем новый раздел нашего канала «Полуфабрикаты». И сегодня у нас в меню чехохбили из Перекрестка. Чехохбили – вкуснейшее национальное грузинское блюдо, изготовленное из курицы. В чашу мультиварки нальем растительного масла и включим режим жарко на 20 минут. После начала отсчета времени выложим в чашу мультиварки мясо курицы. Обжарим курицу, не закрывая крышки мультиварки, периодически ее помешивая. По окончанию режима жарки выложим в нашу чашу овощи, которые были в нашем полуфабрикате, закроем крышку, установим режим тушения на 10 минут. И оставим овощи тушиться. Итак, чехохбили из Перекрестка готово. Давайте достанем нашу курочку и попробуем, что же у нас получилось. Курочка получилась мягкой и сочной, но лично мне кажется, что не хватает овощей и остроты. Я бы поставил этому блюду 3 с плюсом. Если вам нравится наша новая рубрика «Полуфабрикаты», то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Еще много-много полуфабрикатов ждут вас и блюда, приготовленные в мультиварке. Спасибо, что вы с нами.